Что можешь в целом сказать о сегодняшнем матче? Ну, в целом, как всегда, принципиальное дерби у нас с Инарой. Это всегда серьезные игры, борьба. Я думаю, заметили то, что у нас очень много игроков с основного состава отсутствовали. У кого-то травма, у кого-то дисквалификация. Играли молодыми всеми ребятами, в том числе и я. Я думаю, в целом показали достойную игру, дали бой. Вот это удаление в конце нас немного подкосило. По поводу фолов тоже я в некоторых фолах сомневаюсь. Но ничего страшного. Это, мы не должны все скидывать на судей, как бы должны из себя что-то представлять, поэтому судей я не буду трогать. Сами проиграли. Обидно. На последних минутах пропустили. Все-таки первый тайм команде удался явно лучше, чем второй. Даже статистику смотреть, там во втором буквально 5 ударов всего. В чем причина вот этой не очень удачной игры в атаке? Да, безусловно, повели в счете. Сценарий надо было отыгрываться. Тоже понеслись в прессинг. Против прессинга тоже как бы тяжело играть, чем позиционно. Ну, видимо, чего-то не хватило. О чем сейчас с Ивановым после матча разговаривали? Да, по поводу момента здесь, то, что в конце... Аширова я в конце толкнул. Ну, как бы толчка не было, я там случайно зацепился. Не хотел, если честно, я подошел, извинился. Он мне сказал, то, что не надо так делать, там фол дадут, еще что-то. Все, спасибо.